Друзья, всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь, продолжаем играть Dirt 5, карьеру, компания. Так, что у нас за гоночка следующая? О, да поехали, на Митсубишке. Ультракросс. Сторону только. Я не вижу, куда ты ехал. Три круга. Ой, 90 градусов. Блин. Ну. Опасно тут резко поворачивать, потому что камушки такие прям острые торчат. Без мотора останешься точно. Дрифт мне нужен. Ну, успел я выполнить этот челлендж. Что это было? Я вроде поворот нажимал. Мне надо 5 рифов сделать еще. Еще 3. Я весь выполнил.
финиш, я первый. Еще пару кружков, и я бы чуть получше начал проходить в некоторые повороты. Следующее. И все такие, да? То есть 35-300. 245-320. Ну-ка, давай этот классику возьмем, жука. Поехали. Ну, чё тебя так выносит-то, ё-моё? Вот эта скорость чувствуется здесь, так нормально. Блин, ночью сложно ездить, не видно, куда едешь. Ещё не видно. Туда поворот непонятный. Ой, врезался. Так, прямо. Вертолет зависит. Ну так вроде неплохо он идет. Блин, даже не понял, куда повернуть. Прикольно, прикольно, тут раз все. Так, либо справа, либо слева мой проект. Прямо. Давай сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, вынесло, разогнался сильно. А, то есть тут это, процент прохождения, тут не круги, тут нужно просто проехать 100%. Ё-моё, давай. И главное позицию не потерять, чтобы... О, челлендж выполнил. Куда? Давай. Иди скрипит по асфальту. Так, финиш. Я проехал. Прикольный Volkswagen, мне понравился. Управление он. Такой полученький. Маленькие тачки. Так, следующая гоночка. Лед. Да, поехали. Можно было, конечно, взять Citroёнчик C3. Нью-Йорк. Правильно.
нормально. Ладно, не 5. 5 кругов это вымораживает немножко. Я думаю, если сложнее было бы, если они сделали 2 круга, допустим, там. И самое оптимально. Как у меня было там, я первые 2 круга я проиграл, а третий я догнал и приехал первым. Проиграл, что-то я там. Ой, сейчас врежусь. Ну ничего. Разве? Ладно. Все, первый. Так, какая у нас на следующий сейчас гоночка будет на какой-нибудь раз в машинке. Сейчас посмотрим. Так я не понимаю, репутация у него максимум, что ли, в игре? Больше не дают. Так, что такой вот разговорчик мне. Можно я следующую гоночку включу? Ханс Циркут. О чем ты? Так, тут что? О, ну давай на странички. О. Погнали. Нормально сортует, без пробуксовочки прям. По кругу, 5 кругов. Нужно ехать 70 миль все время. Это нереально. Я на 70 выносит. На второй круг догоняю. Это было легко. Так. С3. Нормально так гоняет вроде. Так, следующая гоночка. Что там у нас? Ой, не мои нелюбимые. Потом в конце. Так. Ну, да, Форд. Форд так Форд. Поехали на Форде. Горгона, Медуза. О,
песок, да, по-моему. Эти скалы вообще как игрушечные по сравнению со мной. Ну-ну-ну. Ой, камень. Да ё-моё, куда ты на камне едешь-то? Я из-за них траекторию не вижу. В воздухе давлю их. Так, тут камни, я помню, опасные. Правильно. Финиш. Это был второй круг, сейчас будет последний. Так, о, неплохо вошел. Можем был так сильно не уворачивать, на самом деле. Где тут? Блин. Крутой поворот. Здесь, я знаю, выносит его сильно почему-то. Доли секунды сам себе. Все, финиш, я первый. За 4.01 примерно я проезжал круг. О, за 1.01. За минуту и одну секунду. Давай, Джимхану, попробуем вот этой тачки. На этом мы еще не пробовали. Погнали. Ох, красненько подбивать. Вернее, ох, как ты заносишь-то. Так.
ощущение, как будто он постоянно это дергает ручьи в пороке. Одну точку заработал. Да, одну заработал. На Ауди не. У этого крутящий побольше, кстати, у мини. Поэтому он быстрее разгоняется. Догоняем моментально. Толкучка. Дай. Что вы творите? Бешеная машина просто. Вынесу.
первый. Че, машина ранки вообще? Так, у нас в следующий раз 2, 3, 4, 5 гонок еще, наверное. Сколько мы можем еще сделать? О, там, наверное, две серии еще получится. Ну, Fortnite возьмем, опять же. Остальные не вижу смысла покупать, брать. Chevrolet 400, 500. Нет, Ford. Непал. Конечно, это мне там напоминает прям Непал вот этот вот. Far Cry 4. Прикольно даже там. Тронуться не могу. Врезаться в них и газовать. Не хватило всего лишь одной. Не могу догнать на него тачку. На космической какой-то тачке едет чувак. Капот мой. Второй круг.
давай, что ты вообще еле разгоняешься. В этом лошади нормально. Я не поворачивал, он меня все равно вынесло. На последнем круге они меня почти догнали. Всего лишь одна ошибка. И все. Я там на полной скорости поворот вошел. Врезался в бордюр бы. И затормозил. Ну, что это было, я не понял. Как будто у меня машина вообще не едет, не тянет. Это зимнее стихение для этого хода. Так что... Не, вот это. Погнали на этой. Трассовая резонья какая-то у вас плохая, очень плохая. Неинтересная. Хотя бы едет. Время на то невозможно ехать было. Вот урода. Не так развернуться. Эти камни уже раздражают. Ну чё ты не поворачиваешь?
То есть, если я оторвался, они меня не догоняют. Если они оторвались, я их тоже не догоняю. Так что ли? Да ладно. А еще есть такой один раздражающий факт, как... Чё она орёт, я не понимаю. Я вроде сделал потише. Аудио. Мо. Вот так вот. Мо. Опа. Пучку прям прыгнул. Первый круг я первый. Да, вроде музыка нормально пошла, да? Можно и погромче включить. Камни эти вот тут. О, радуга. Блять, прямо не может ехать. Что ж такое-то? Ну езжай ты. Да.
Надо было перед самым финишем. Вообще не едет. Третьим. Ну и пофиг. Третьим так, третьим. Трасса плохая. Очень сильно машину выносит. Так, ага, ну что, вот это. Поехали. Ночью опять, ну сколько можно ночью? Что за глухнем на старте? Хотя погнали, мы. Красиво. Ну я и давно. Машину оставил. Ой-ой-ой-ой. Че, прям последний трасс какие-то нереальные сложности пошла на них. Я их даже догнать не смог. Балдеть. Уехали от меня. Ну-ка еще разочек. Давай повторим. Повернул. Куда? 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 Управляем машиной, люди. Так.
сколько я врезался, раз 20, наверное, уже. Первый. Скорость где-то была примерно 230-220. Лянча на втором месте. Лянча была получше, что ли, воняла. Окей, будем знать. Так, ну чё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Если пройду вот эти вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, наверное, еще пару гоночек, наверное. И на следующую серию оставлю. Было неплохо. Некоторые просто поворотом ходить без ручника. Переворачивается вообще. Никогда же такого не было. Я что-то вообще не видит, я смотрю. Камни опять были. Не здесь. А, вон там, наверное. Дальше. Здравствуй, дерево. Так, ночь, ничего не видно, плохо. Так, это был второй путь, еще один.
Ну, вот зашел нормально. Не Погоди, а там я ж... Так, тут ж вот гонка-то не прошел. Одна, вторая еще не пройдена. Да, поехали на ленч. То есть надо вот эти две гоночки еще пройти, как минимум. Не понял, куда поворачивать. Бам-бам-бам.
успел. Челлендж выполнить. Что? Припарковался. Одни лянчи там были в первой тройке. Так, еще одну гоночку. О, опять это. Там я туда ехал. Куда, я ничего не понял. Обалдился. Миль в час ехать, это что?
Нереально. Первый. Ну, еще одну гоночку можно сгонять. Давай. На Митсубишке. Хорошо, как задали ускорение. Не, так лучше не делать тут. км сейчас ехал на финише уже. Да, следующую гонку уже продолжим в следующей серии. На этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и пока.